Друзья, всем привет! Сегодня мы испытаем новое лекало. Сделано оно на лазере из нескольких листов. Гнуть будем трубу 40 на 20, полуторку. Ну и также попробуем 40 на 25, тоже полуторку. Попробуем сделать окончание для перилов загнутое, чтобы не было острым, травмоопасным окончание. Ну, например, лестничного марша, ну, пролета. Так, значит, нам понадобится вот такое кольцо на упор для того, чтобы выровнять поверхность. Ну, оно подходит от углового турбогиба. Ну, у кого нет углового турбогиба, с лекалом надо будет кольцо заказать. Ну, и сама труба понадобится. Так, берем, значит, трубу, ну, где-то в ней, наверное, 2 метра, может, чуть подлиннее. Ширина трубы у нас 40 миллиметров, а ширина кулачка 30 миллиметров. Значит, мы вставляем так, чтобы, ну, за два раза сплющим одну сторону трубы и вторую сторону. Вставляем. Сплющили конец. Попробуем сейчас поровнее раскатать. Ну, в общем, вот так. Я думаю, эта полоса ни на что не повлияет. Вот это продавленная. Так, нам надо подогнуть трубу чуть-чуть. Подогнули. Сюда, кстати, не влазит она. Но сейчас мы новую партию столов будем делать уже шириной под эту трубу. Так, вставили, прижали ее к диску. Что у нас получилось? Внутри все нормально, без заломов, все четко. Так, пробуем еще раз. Попробуем краешек самый отбить, само ребро. Так, эту мы гнули швом наружу, сейчас вторую сторону швом вовнутрь загнем. Так, 40 на 25. Ее немного неровно сплющило. Сейчас попробуем еще раз. Так, ну вот так ее сплющило. Так, смотрим, что получилось.
Внутри вот этот, где рисунок. Очень даже интересно внутри получилось. Так, вот это у нас 40 на 25, а под ней 40 на 20. По-моему, шикарный результат.